Всем привет, с вами Анатолий, и вы, как обычно, на канале T-Stone. Сегодня я предлагаю вам познакомиться с необычным, скажем так, минералом, или камнем, или растением, или животным. В общем, с кораллом. Происхождение кораллов было загадкой на протяжении веков. О виде в метаморфозах и Плиний старший в естественной истории озвучивает один и тот же мифический генезис кораллов. Кровь, хлынувшая из отрубленной головы горгоны медузы, превратилась в коралл. А ученик Аристотеля Теофраст ломал голову над тем, что он называл кораллионом, корнеподобным минерализованным существом, чья личность, по его мнению, находилась где-то между растением и животным. Теплый яркий цвет, его морское происхождение, его неоднозначная природа должно быть сильно впечатлили первое население Средиземноморского бассейна, которое одним из первых начали его обрабатывать, и впоследствии именно этот коралл стал одним из самых известных в мире. Красный коралл – Corallium rubrum. На самом деле коралл всегда завораживал своей противоречивой природой. Не минерал, но окаменелый. Не растение, но ветвистый, как дерево или кустарник. Коралл путешествовал по всему миру, пережил цивилизации столетия, и он всегда нравился людям. Как говорил купец Нисин Пиченик, альтер эго Джозефа Рота, «Кораллы могут носить все люди, богатые и бедные. Они возвышают тех, кто стоит внизу, и наряжают тех, кто наверху. Их можно носить утром, в полдень, вечером и ночью, когда вы работаете и когда отдыхаете, в хорошие и плохие моменты». А перед тем, как мы познакомимся с кораллом поближе, я по традиции попрошу вас подписаться на мой канал, поставить лайк и поделиться роликом с друзьями. Ваша активность очень помогает развивать канал. Приятного просмотра! В настоящее время кораллы буквально служат экологической основой морских экосистем по всему миру и являются одним из наиболее жизненно важных видов в океане. Кораллы встречаются от мелководных береговых линий до темных глубоких морей, и без них трудно представить наши океаны. Но как долго кораллы создавали рифовые экосистемы? Чтобы это выяснить, нам нужно вернуться на примерно 500-550 миллионов лет назад, в Кембрийский период. Земля в это время взрывалась и бурлила, в хорошем смысле. Кембрийский взрыв только что породил на планете новую жизнь, и в это время появились почти все основные ее типы. Считается, что именно в этот биологический золотой век кораллы впервые появились как одиночные организмы. Но после многочисленных периодов вымираний трудно найти следы окаменевших скелетов кораллов именно этой эпохи. Самые старые окаменелости кораллов датируются 535 миллионами лет назад. Кораллы, подобные тем, что мы видим сегодня, появились 295 миллионов лет спустя, примерно во времена ранних динозавров, морских рептилий, папоротников и хвойных деревьев. Сегодня мы точно знаем, что кораллы – это животные, родственные желеобразным, анемонам и другим видам кнедарии, которые используют стрекательные клетки для захвата своей добычи. За некоторым исключением, кораллы обычно представляют собой сидячие колонии, состоящие из отдельных полипов. Каждый полип выглядит как мягкая полость с ободком щупалец, выстилающий рот для улавливания планктона. Если вы посмотрите в океан и обнаружите прикрепленные ко дну разноцветные образования, усеянными множеством одинаковых повторяющихся единиц ярких форм, вы, вероятно, смотрите на кораллы. Полипы многих кораллов строят экзоскелеты из известняка для защиты, непреднамеренно создавая основу для процветания всей экосистемы. Коралловые образования большого барьерного рифа достаточно обширны, чтобы их можно было увидеть из космоса. Этот подвиг стал возможен только благодаря неутомимому и многолетнему сотрудничеству между коралловыми полипами и миллионами одноклеточных водорослей зооксантел, которые живут скрытно в их тканях. В мире насчитывается около 1000 видов кораллов, которые уже более миллиона лет образуют рифы от Карибского и Средиземного моря до Индийского и Тихого океанов. Как и в случае с городами, каждый коралловый риф имеет свою историю, и нет двух рифов, которые будут выглядеть или вести себя одинаково. Итак, коралл – морское животное, принадлежащее классу антозоа и типу кнедария. Он состоит из маленьких животных с мягким телом, называемых полипами, которые выделяют, создают твердый скелет из карбоната кальция, который мы сегодня и называем кораллом, и из которого делается украшение. Химический состав в основном такой. Коралл встречается в теплых мелководных водах по всему миру и известен своими яркими цветами и уникальными узорами. Хотя коралл не считается минералом, он веками использовался в декоративных целях и часто классифицируется как полудрагоценный камень. Коралл имеет твердость 3,5 по шкале Моосса, что делает его относительно мягким по сравнению с другими камнями. В результате его можно легко поцарапать или повредить, а при чистке и обращении с ним требуется особая осторожность.
Коралл может иметь широкий спектр цветов, включая белый, розовый, красный, оранжевый и черный. Цвет коралла определяется наличием пигментов и других органических соединений, а также видом коралла, из которого он получен. Существует сотни видов кораллов, но лишь немногие из них используются в производстве ювелирных изделий. Наверное, самым известным кораллом для ювелирного дела стал красный коралл – Corallium rubrum. Этот вид был описан Карлом фон Линнеем в 1758 году под названием Mandripora rubra и с тех пор был переведен в род Corallium отряда Octocorallia. Его отличительными особенностями является интенсивный цвет, который варьируется от розового до красного и оранжевого и часто имеет восковый блеск, а также характерную структуру, которую часто описывают как похожую на текстуру древесины. Его красный цвет обусловлен наличием оксида железа, которое также отвечает за его отчетливые прожилки. Он считается редким камнем из-за его ограниченной доступности, поскольку коралл обитает глубоко под водой, примерно до 200 метров, что затрудняет добычу. Редкость этого камня еще больше усиливается тем фактом, что его может быть трудно идентифицировать, поскольку он встречается в различных формах и размерах. Он также известен замысловатыми узорами, уникальными для каждого отдельного камня. Обычно он встречается в Средиземном море и в водах вокруг Японии и Тайваня. Ярко-красный цвет скелета сделал его очень популярным в ювелирном деле, а легкое содержание в аквариуме, где он будет медленно расти, сделал его популярным и у аквариумистов. К сожалению, Corallium rubrum сейчас считается исчезающим видом из-за его неконтролируемого сбора и вымирания коралловых рифов. А во Франции сбор этого вида уже регулируется правительством. Еще один вид коралла, который часто используют для украшений – черный коралл. Несмотря на свое название, черный коралл не обязательно черный. Цвет варьируется от темно-коричневого до практически черного. Оттенки часто зависят от таких факторов, как возраст коралла, его местоположение и минералов, присутствующих в окружающей морской воде. Черные кораллы еще называют антипотариями. Они встречаются во всех океанах, но особенно распространены в тропических и субтропических регионах на глубине ниже 50 метров. Название антипотария происходит от древнегреческого слова антипатии. Антипаты примерно переводятся как «против болезней», что относится к предполагаемым лечебным свойствам этой группы. Люди собирали эти кораллы для использования в ювелирных изделиях на протяжении многих лет. Эта практика была особенно популярна на Гавайях и в Мексике. Кстати, Гавайи объявили черный коралл официальным драгоценным камнем штата в 1987 году. Черный коралл уникален благодаря своей изогнутой и пористой скелетной оси. Некоторые тонкие отростки скручены настолько, что похожи на спираль ДНК. Одни напоминают деревья, а другие – одиночные стебли. Их еще иногда называют маленькими шипованными кораллами из-за крошечных шипов на поверхности скелета. А высокая востребованность со стороны коллекционеров ювелирных изделий привела к резкому сокращению популяции, и многие виды оказались на грани исчезновения, что в свою очередь привело к повышению цен на ювелирные изделия, а также на сокращение натурального коралла и замещение его подделками на рынке драгоценных камней. Это всего лишь два вида кораллов, которые привлекли мое внимание своей редкостью и красотой. Но я хотел бы еще рассказать про ископаемые кораллы. Ископаемый коралл – это природный, скажем так, драгоценный камень, который образовался в результате постепенной замены доисторического коралла агатом. Большая часть окаменелых кораллов, используемых сегодня для ювелирных изделий, происходит из Индонезии. Индонезийскому окаменелому кораллу около 20 миллионов лет. Считается, что извержения вулканов в этом районе похоронили коралл, а вулканический пепел предоставил кремнезем для замены первоначального скелета из карбоната кальция агатом. Золото также содержалось железо и марганец, которые придают материалу яркие цвета. Одной из разновидностей ископаемого коралла является камни петоски. Это осадочная горная порода, являющаяся окаменелостью вымершего вида четырехлучевых кораллов. Это удивительный и редкий минерал, который можно встретить только в США в штате Мичиган, где есть одноименный город Петоски, давший название этому кораллу. Он встречается в каменоломнях штата Мичиган, а также на берегах озер Мичиган и Гурон. Это разновидность морщинистого коралла, обитавшего в этом районе 350 миллионов лет назад. Из-за того, что такие кораллы агатизировались в течение многих миллионов лет, их часто называют агатизированными ископаемым кораллом или иногда просто агатизированным кораллом. И вот этот вид, естественно, не является исчезающим, как два предыдущих. Украшения из них красивые, утонченные и притягивающие внимание. Многие образцы могут светиться под ультрафиолетовым светом из-за своего состава, добавляя привлекательность не только для ценителей украшений, но и для коллекционеров минералов. К
Как видите, коралл хоть и не является минералом, но стал превосходным образцом для создания ювелирных украшений во всем мире. Но следует помнить, что кораллы в наше время уже становятся исчезающим видом. Да, коралловые рифы и разноцветные полипы всегда притягивают внимание туриста по всему миру своей красотой. Но действия человека вредят и уничтожают эту красоту. Поэтому берегите их. Надеюсь, вам было интересно и познавательно, и вы узнали что-то новое и необычное. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Спасибо за просмотр и до встречи в новом видео. Всем пока!